Я нахожусь в Святая Святых. Это сейф, где хранится огромное количество денег. И именно эти деньги пойдут на выигрыш участникам программы «Сделка». «Сделка» — это игра, в которой не бывает проигравших. Нашим участникам стоит ответить только на один вопрос — да или нет. Взять и отказаться. Счастливый случай и интуиция — вот залог вашего успеха. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программы «Сделка» и я, ее ведущий Алексей Веселкин. Добрый вечер! Ну что ж, у наших участников сегодня есть уникальная возможность выиграть огромную, поверьте мне, сумму денег. Но самое интересное, самое приятное, что для этого им ничего не нужно делать. Они должны вспомнить, что такое счастливый случай, довериться ему и прислушаться к своему внутреннему голосу. И тогда у них есть возможность выиграть 3 миллиона рублей. Ну что же, давайте начинать. Добрый вечер, уважаемые участники. Добрый вечер, я очень рад вас видеть. Как вы себя чувствуете? Наверное, хорошо. Нормально? Вчера у нас была трудная, сложная игра. Я думаю, что вы сейчас все готовы, все нормально. Перед вами, обратите внимание, находятся очень красивые серебристые чемоданчики с цифрами. В каждом чемодане лежат деньги. Но в каком чемодане и какая сумма находится, не знает никто, даже я. Счастливый финалист, который будет находиться во время игры за этим столом, должен поочередно открывать чемоданы. И та сумма, которая окажется в чемодане, автоматически выбывает из игры. Через 6 попыток сюда в студию к нам позвонит банкир, который находится за этим стеклом, обратите на него внимание, и предложит вам некую сумму денег. Если вам эта сумма понравится, вы можете сказать: стоп, я заканчиваю игру, взять эти деньги и навсегда покинуть нашу студию. Или отказаться от этой сделки и продолжить игру. Ну а сейчас я вам хочу представить нашего нового игрока, который присоединился к нам сегодня. Это Ольга Никонова, 11 номер. Добро пожаловать, Ольга, добро пожаловать к нам. Ну, наверное, все, дорогие друзья. Я думаю, что все готовы. Давайте сейчас сделаем самое важное. Определим, кто же будет у нас сегодня финалистом. Кто будет играть? Стоп! Анатолий! Номер 3. Анатолий, берите свой чемодан и давайте ко мне. Я вас поздравляю. Милости просим. Вот. Вот мы уже видим цифры. Обратите на их внимание. Естественно, 3 миллиона. Вот они. Ваше любимое, видимо, число на сегодня. Ну, внутренний голос. Прислушались? Начинайте. Сейчас я всех сканирую. Ну, там. Конечно. Все, что угодно делайте. Определю. Так. И начну, наверное... С? Начну с 7 номера, с Люсьен. 7 номер. Люсьен. Номер 7. Открываем. И... 200 тысяч! Мама! Это не те деньги, не которые... Не те, Анатолий, я согласен, это не те деньги. Люсьен, благодарю вас, 200 тысяч. Но, только это не те деньги. Это деньги не те. Нет. Я с ним, кстати, согласен. Вот, давайте следующее. Давайте. Хорошо. Так. Передвинемся на ту сторону. Давайте на ту сторону передвигаться. На ту сторону. 22, 21, 17, 16. Мне кажется, вот под номером 21... Да, Евгений. Да, Женя большой, да. Сильный. А поэтому... цифра там должна быть маленькая. Цифра, да? Должна быть маленькая. Прекрасно. От Жень, обратно. Вы готовы? Готовы. Готовы, да? Смело. Номер 21. Открываем. 10 рублей. Отлично. Евгений, спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, давайте, не теряем темп. Поехали дальше. Хорошее начало.
Отлично. Спасибо. Давайте только дальше. Давайте. Так. Оля, номер 5. Оля, номер... Оля, вы готовы? Готова. Номер 5. 25 тысяч. Да. Нормально. Нет, это нормально. Нормально. Да, конечно. Не, нормально, нормально. Итак, следующий номер. Номер. Ваня, что скажешь? Что чувствуешь? Ну какой? Я советую попробовать. Номер 19. 19. Мы сейчас будем скрывать чемодан под номером 19. 19 номер. Ой. И 500 тысяч рублей. Нормально. Ба-ба-бау. Это укладывается. Нет, нормально. Это в план... Я предупреждал. Прости. В план Анатолия это укладывается, оказывается. Это укладывается. Просто... Следующий. Номер. Нет. Так, это давайте у нас будет так. Пятый чемодан уже, Толь. Да. Пятый. То есть нас совсем немного отделяет от звонка. Да. И вам сделают предложение. Номер 1. Одна копейка. Мы сейчас откроем чемодан номер 1. Вы готовы? Да, я готова. Олеся? Олеся? Толя. Номер 1. Открывай. Я за тебя болею. Давай. Давай, Олеся. И... Итак, 10 копеек. Отлично, отлично. Отличный ход. Прекрасно. Ну что ж, у нас хорошее начало. Кстати говоря, наши телезрители могут присоединиться к нашей программе «Сделка» и получить 50 тысяч рублей. Для этого им нужно отправить смс на номер 7755 со словом «банк». И в конце нашей программы мы подведем итоги нашей смс-игры. Отлично, Анатолий. Обратите внимание. Прекрасно. Ну, еще раз для закрепления успеха. Номер 18. 18 номер. Сейчас мы вскроем этот чемодан. Это 6-й чемодан. Мне почему-то кажется, что здесь маленькая сумма. Будем на это надеяться. Правда? Да. Очень хорошо, как вы сказали сейчас. Номер 18. Полтора миллиона рублей. Главное, что это не три. Бейте меня. Ну, я вам могу только позавидовать, что вам казалось, что там это маленькое. Некоторым, кстати говоря, Анатолий, представляете, есть такие люди, которым кажется, полтора миллиона, это, знаете, недостаточная сумма. Ну вот мы сейчас, в общем-то, так, да, узнали этого играть. Человека в лицо, да, и вся страна его узнала в лицо. Это маленькая сумма. Должен же будет звонить банкир. Вот я знаю, что вы как-то такой интересный экстрим любите, купаетесь в проруби там, да? Да, мне нравится это. А чем вам, кстати говоря, это нравится? Вот, например, вот мне нравится теплая ванна, да? А вот чем же вам нравится? Вот, вы сначала лед раскалываете или как? Или нет, прям так головой туда? У нас в городе есть клуб такой, оптималист. Они там купаются постоянно. Каждую неделю, каждый божий день. Ага. Но есть энтузиасты, которые купаются каждый день, а которые по выходным. Вы какой, выходной или нет? Я раз в месяц, раз в полтора месяца. А вас... Тогда, когда есть... А от чего оно зависит? У вас праздник какой-то, вам хочется искупаться там? А нет, просто встаешь такой и чувствуешь, что нужно вдохнуть чего-то свежего, воздуха. Да? Настолько свежего, чтобы глазки там загорелись по-новому. Ага. И все. Ну, то ли. Нет, воздуха. Это очень хорошо, что у вас есть желание, чтобы у вас глазки загорелись по-новому. Я думаю, что когда нам позвонит банкир, у вас тоже как-то глаза на это отреагируют. Главное, чтобы они не выскочили, в принципе. Да. Я буду их держать. Чтобы не только на ощупь деньги вы ощущали, понимаете? Но мы вернемся к истории о ваших глазах после небольшой паузы. Анатолий, еще раз здрасте, Толя. Мы вернулись в студию.
Толь, а у вас какое-то, я знаю, очень странное прозвище ведь, да? Лаки Том. Счастливчик Том. Это вы мультфильмы Том и Джерри, видимо, смотрели много, да? Да, да, я в нем снимался. А, это вы, да? Да, да, да. Прекрасно. А что ж вы, Джерри с собой не привезли? Он был занят на следующих съемках. А, старик Джерри себя чувствовал, да, 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 хорошо. Ну ладно, значит, Анатолий, собственно говоря, давайте приступать. Вы помните вообще, что вообще тут произошло, что ушли суммы, например, в 1,5 миллиона рублей? Может, вы напомните? Я вот напоминаю, вот посмотрите туда, вот чтобы вам было просто понятно. 1,5, 500 тысяч, 200 тысяч, это все уже не ваши выигрыши. Ну мы же определили, что так и они не нужны были мне. А эти не нужны были? Да, 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 да. Ушли те цифры, которые не нужны. Хорошо. Потому что я-то ведь грешным делом думал, что вам 50 рублей, например, не нужно, или 100 рублей. Ну, ну худой конец, 2500 рублей. Ну, они в мире много вещей, которые не нужны. Много? Что много, вы, например? Да, ну, да. О чем вы говорите? Вот кнопка не всегда это нужна, не каждому она нужна же бывает, правда? Ну, я думаю, что она сегодня может и не пригодится вам. Нет, если будет, вот, например, видите, вот звонит, хорошее предложение, кнопка может понадобиться. Это Анатолий звонит, банкир. Да, господин банкир? Он уйдет? Сколько вы предложили? Ага, благодарю вас. Благодарю вас. До связи, надеюсь. До связи. Всего доброго, спасибо. Что-то у вас не очень хорошо получается. Рука задрожала? Да, конечно, да, да. Что вы. У меня тик. Больше трех? Да, я вот так вот. Я от того, что, знаете, у меня шарик, ручка, это очень трудно вот так включить всегда. Поэтому я за стол же держу. Да? Конечно. Вот вы ныряете, да, я за стол сразу раз. Он предложил больше 3 миллионов? Да что вы? О чем вы говорите? Намного? А, предложение банка, Анатолий. Вы, кстати, можете тоже за стол держаться. Или нормально? Да нет, нормально. Вот так-то вам удобно. Я же тренированный человек. Ну, о чем вы говорите, конечно. Это я не тренированный. Да. 21 тысяча рублей. Нет, 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 нет. Толя. Нет. Вы принимаете предложение банком 21 тысячу рублей? Нет. Нет? Ну что, нет же, конечно. Нет. 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 Нет, 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 нет. Все, хорошо. Нет. Но я хочу напомнить, что каждый телезритель может присоединиться к нашей игре «Сделка» и получить 50 тысяч рублей. Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». В конце нашей передачи мы подведем итоги смс-игры. Ну что ж... Ребята, едем дальше. 3 чемодана. 6 вы открыли, еще 3 можно сейчас открыть. Потом господин банкир, видимо, нам позвонит. Так, 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 так. Мы откроем чемодан номер 15. 15. Цифра красивая. Мы будем сейчас открывать чемодан номер 15. Красивая не только цифра. Да, красиво. Согласен, согласен. Оля. В любом случае все будет хорошо. В любом случае согласен. Номер 15. 1000 рублей. Па-па-па-па. Отлично, отлично. Вот хорошо. 1000 рублей понял. Нормально. Да? Да. 1000 рублей, хорошо. Да, да, да. Вычеркнули. Я понял. Прежде чем открыть чемоданчик, нужно сделать комплимент. Да. Да. Мы сейчас сказали, что Ольга очень красивая. Да. И а мужчину что вы будете говорить? Мужчина, мужчина. Вот Алексей, он сегодня бицепсы прикрыл, но на плечо мы скажете, например, ему. Это достойный мужчина, достойный, который может легко разорвать чемодан, не напрягаясь. Поэтому сейчас... пусть он это уже сделает. Да, вот так вот. Номер 17. Алексей. Алексей. Мы будем сейчас, секундочку, мы будем сейчас открывать чемодан номер 17. Открываем. Желаю удачи. 2500. 2500. А система работает, да? Да, работает. Ну что ж, нам осталось открыть всего один чемодан. И потом нам позвонит банкир. Молодец, молодец. Спасибо. Прекрасно. Да. Хорошо пошло. Чемодан номер...
вновь на программе «Сделка». У нас в студии Анатолий, которому очень сильно везет. Он действительно оправдывает свое прозвище «Лаки Том». «Анлаки Бенка». Кстати, звонок изменился. Нервно. Как тут звонить? Что ли еще будет? Как мне легко сейчас. Что ли еще паузу. Здравствуйте, господин банкир. Я озвучу с удовольствием ваше предложение нашему товарищу в красной рубашке. Всего доброго, господин банкир. До свидания. По вашему голосу, так что-то приятное такое. Мой голос иногда неадекватен. Да? Да. Но это не тот случай. Не-не-не, не тот случай, правильно. Значит, Толь, вы посмотрите на таблицу нашу, перед тем, как я вам скажу, что предлагает господин банкир. 10, 15 тысяч, они вас не волнуют, 50, 100, 300, миллион и 3 миллиона. Да. Предложение банка. 150 тысяч рублей. Что скажете? Вау! Но не бери! Не бери! Не бери! Нет, 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 нет! Только мы отладили нашу систему. Толя, ну вы понимаете, что 150 тысяч это деньги вообще? Нет, ну 150 тысяч рублей. Даже если... 150 тысяч это цифры, а 150 тысяч рублей это деньги. Это деньги, да, да. Да. Но в принципе 3 миллиона у нас на кону пока. И миллион на кону. Нет, мы играем. Дальше играем. Дальше. То есть вы сделку не принимаете? Не принимаем. Нет. Отлично, отлично, Анатолий. Очень хорошо. Давайте откроем еще 3 чемодана. Ну, еще 3. Шансы у вас прекрасные, Анатолий, я вам должен сказать. Еще одного крепкого мужчину. Так. Чемоданчик номер 14. Прекрасно, 14 номер. Влад. Влад, мы сейчас будем вскрывать ваш чемодан по номеру 14. Я желаю тебе удачи. Ну куда ж уж больше-то, Влад? 14. 1 миллион. Нет, нормально, нормально. Рублей. Видимо, комплименты мужчинам удаются мне не так, как комплименты. И это, кстати, девушкам. Хорошо. Да, 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 да. Следующий чемодан. Ну? Андреас, чемоданчик номер 16. 16-й чемоданчик. Без комплиментов мы теперь идем. Ну, что же поделать. 16-й номер. 100 рублей! Здорово как! О как! Мы усилим систему. Бескомплиментарная теперь у нас игра. Нет. Девушкам комплименты. Мужчинам вообще. Мужчинам ничего. Строго. Строго просто посмотреть. Да. А всем телезрителям возможность выиграть 50 тысяч рублей. Для этого вам нужно отправить смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». И в конце нашей передачи мы подведем итоги смс-игры. Всем удачи. Всем удачи. И вам тоже. Давайте. У вас была возможность оставить себе 50 тысяч и 150 тысяч. Вы этим не воспользовались. Давайте посмотрим, какой чемодан вы хотите открыть. Чемодан номер 4. 4? О как. Раз туда. Чемодан номер 4. Мы сейчас откроем чемодан Открывай. Номер 4. Вот открывай чемодан. Время, чтобы там... Открываем вот чемодан, да? Этот чемодан номер 4. Вот именно. Открывай. Да. Да, точно. Да. Номер 4. 5 рублей! Ну что тут? Да, ничего тут, Анатолий. Ну ничего тут. Тут нужно что-то говорить. Вот это силище. Нет, можно помолчать. Ну что же, вот это серьезная заявка на участие в олимпийской сборной, да? Фу-фу-фу. Я вас предупреждал. Фу-фу-фу. Обратите внимание, звонок раздался. Нет, меня-то что предупреждать? Вот. Шансы у вас потрясающие, кстати, Анатолий. Минимум десяточку вы отсюда унесете. Да, господин банкир. Здравствуйте, господин банкир. Вам становится худо? Да. Да. Могу вас понять. Хорош, хорошо, я понял, все. Да. Спасибо, да. До свидания.
177 тысяч. 177 тысяч. Взгляните. 177 тысяч. Анатолий. Предложение-то, в принципе, хорошее. Это больше, чем 150 тысяч, что ли. А что это у вас с ушами, Анатолий? Зачесались ушки, да? Да, я представляю. 177 тысяч. Что скажете? Что скажете? Некоторые говорят, играй. Играй! Играй! Толь, да. Вы же лаки, Том? Конечно. Ну тогда имеет, в принципе, смысл идти дальше. Хотя 177 тысяч, но у нас есть 300 и есть 3 миллиона, собственно говоря. Я сейчас задам вопрос. Банк вам сделал предложение. 177 тысяч рублей. Играй! Играй! Мы не будем брать деньги. Не хотите брать деньги? Нет. Я хочу брать деньги, только больше. А-а-а. Толя, вы отказались. Сделки не будет. Сейчас нет. Сейчас нет. Нет! Хорошо, идем дальше. Я уважаю ваше решение, Анатолий. Обратите внимание, ребята, кстати говоря, мощное решение, правда, 177 тысяч рублей могло бы быть у вас. Ну что, давайте дальше открывать. Три чемодана еще. Вот чемодан номер 22, так вот. Номер 22. Да. Чемодан номер 22. Марго выглядит так, что Марго. Ее нельзя проигнорировать. Нельзя вас проигнорировать. Невозможно. И вскрытие чемодана вашего нельзя проигнорировать. И уже отменить это нельзя, потому что я даю команду. Точно? 22! Чемодан номер 22. 10 тысяч рублей! Так. Да. Ну. Хорошо. Хорошо. Следующий. Признавайтесь, у кого затаилось 500 рублей? Ну? Чемоданчик номер 8. 8? Чемодан номер 8. Уверен, вообще счастливое число. В цифре 500, 2 0, да? И я тоже так думаю. Двух нолей. Толик, я тоже так думаю. Поэтому, да? Мне кажется, Миша так откроет то, что нужно. Похлопывая по чемодану, вы сказали, что... Я тоже думаю, что там не больше 2 0 у цифры. Точно? Но я надеюсь на это. 8. Да? 8. Искренне на это надеюсь. Просто вам очень везет, понимаете, Анатолий? Очень все дело. А восьмерка такое, это число, в принципе, любит. Но обманчиво оно бывает. Бывает. Ну, давайте что? Открывать. Номер 8. Ну и что нам? Что там? Вскрытие. 300 тысяч. Нормально. Но это не самое большое. Не самое лучшее, но... 300 тысяч, Анатолий. 300 тысяч ушло из игры. А пока вы отходите от этого... От этого вашего состояния, когда вы увидели, что 300 тысяч у вас нет, я обращусь к телезрителям, что у них есть возможность, дорогие телезрители, у вас есть возможность выиграть 50 тысяч рублей. Для этого вам на номер 7755 со словом «банк». И тогда в конце нашей передачи мы подведем итоги СМС-игры. Давайте, Анатолий. Телезрители наши готовы.
давайте, да. Давайте. Чемодан номер 6. Чемодан номер 6. Коля. Николай. Я очень надеюсь, что там маленькая сумма. Мы все надеемся, Николай. Сейчас я надеюсь. Да-да, отменить это решение не можем. Николай, давайте скрывать 600 чемоданов. 15 тысяч. ₽15 000. Посмотрите на наше табло. 50, 100 и 3 миллиона. Маша вчера успокоилась с 50 тысячами. Вы можете этот рекорд побить, в принципе. Ну? А не ждем ли мы звонка? А, вы уже ждете звонка? Да. Нет, да. Я вас понимаю, конечно. Я-то уже перестал даже ждать, да? Понимаете, да, после 177 тысяч. Может, он умер там, банкир, понимаете, сейчас? Он подумал, он отказывается от 177. Но если он банкир, значит, он тоже когда-то отказался от 177 и пошел куда-то вниз. Я думаю, что он когда-то не отказался от 177, поэтому стал банкиром. А, ну понятно. Классно. Да, господин банкир. Сколько? Спасибо. Хорошо. Ты напутал. Все-таки напутал. А мы точно знаем, что это звонил банкир? Это звонил сумасшедший человек. Тогда подождем звонка банкира. Хорошо? Сколько? Сколько? Ну и? Вы уверены, что вы помните сумму? Просто вы так туда-сюда. Такое не забывается. Да? Да, да. Причем я это буду помнить долго. Ну, потому что эта сумма равняется... 2 900 000. Ну уж вы так... Вы уж так не гуляйте. Эта сумма в 320 тысяч рублей. Можно, реально. Надо взять. Чё? Бери деньги! 320, Анатолий. Это серьезные деньги, правда? Хорошее предложение. Да. Мне кажется, Анатолий, я дам вам время подумать, и сейчас мы прервемся на несколько мгновений, а вы переведете дыхание, правильно? Хорошо. Давайте. Договорились. Увидимся после паузы. Анатолий, мы вновь в студии. Я специально сделал паузу, дал вам подумать, успокоиться. Ну, и... я хочу напомнить телезрителям, что они тоже могут выиграть сегодня 50 тысяч. Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». И в конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. А на данный момент банкир предложил нам... Он предложил 320... мне. 320... А, видите уже. Да, да, ну, да, вы выражаетесь, кстати. Да, молодец. Да. Мне нравятся эти
Куда же? Я же за вас, поэтому нам, собственно. Да, да, да. Я тоже что-то для этого сделал, как-то вынудил. А то вы так, знаете, сейчас то ли поступили как настоящий романтический герой. Вы говорите, хотите постоять, значит, и у вулкана, и купаетесь, а тут как деньги? Нет. Нет, просто мы расставляем там. Нет, нет. Правильно. Давайте расставим. В порядке. Мы же не будем бить. Конечно, конечно. Нет, я вас просто сейчас понимаю. Ваше состояние, я-то понимаю. И так банкир предложил вам, Анатолий, 320 тысяч рублей. Я их заберу. Соня, нажмите эту кнопку. Вот. Ну что ж, тем самым Анатолий завершает сделку с банком. Я считаю, что это хорошее, правильное решение. Я вас поздравляю. Вы оправдываете свое прозвище Лаки Том. Хорошая сделка. Хорошая игра. Давайте вот что делаем. Значит, чтобы все было у нас по-честному, чтобы все знали. Следующий, какой бы вы чемодан открыли? Следующий. Следующий я бы открыл чемодан номер 20. Так. Ксюша. 20-й чемодан. Респект. Да. Я чувствую. Ну что же, давайте дальше посмотрим. Следующий. Чемодан номер... Ну все-таки мы попробуем найти 500 рублей, да? Я не знаю, что вы ищете. Чемодан посмотрим. Номер 10. 10. 100. 100 тысяч. 100 тысяч. Ну, остается у нас 13-й чемодан, собственно говоря. Открываем. Что там у нас? 50 тысяч. Да. Лаки Том. Открывайте свой. Анатолий. Открывайте. 500 рублей. Итак, Анатолий, у нас сегодня потрясающий приз. 320 тысяч рублей выигрывает Анатолий. Он совершил очень удачную сделку. Ну что ж, удача вас не подвела. Вы оправдали свое прозвище Лаки Том. Интуиция вам не отказала. И главное, что случай был на вашей стороне. Я вас поздравляю. Прекрасно. Я вас благодарю. Спасибо, что вы так классно вообще разговаривали с банкиром, что в итоге он все-таки сдал эти деньги. Спасибо, Толь, мне очень приятно, но действительно самое главное, то, что вы отправляетесь с нашей игры с хорошим настроением, а самое главное, не с пустыми руками. Ну что ж, поздравьте, Анатолия, по-настоящему, ребята, ну, 320 тысяч! Вот это да! Я люблю вас! Ну что ж, дорогие телезрители, а мы с вами прощаемся до завтра. У нас была сегодня очень хорошая игра. Ну, а сейчас мы подведем итог СМС-игры. До завтра! Анатолий, мы вновь в студии. Я специально сделал паузу, дал вам подумать, успокоиться. Ну и... я хочу напомнить телезрителям, что они тоже могут выиграть сегодня 50 тысяч. Для этого нужно отправить смс-сообщение на номер 7755 со словом «банк». И в конце нашей программы мы подведем итоги смс-игры. А на данный момент банкир предложил нам... Он предложил 320... мне. А, видите, уже. Да, да, вы, да, да. Вы выражаетесь, кстати. Да, да, да. Молодец. Мне нравятся эти... Даже, я же за вас, поэтому нам, собственно. Да, 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 да. Я тоже что-то для этого сделал, как-то вынудил. А то вы так, знаете, сейчас то ли поступили как настоящий романтический герой. Вы говорите, хотите постоять, значит, и у вулкана, и купаетесь, а тут как деньги? Нет.
Нет, просто мы расставляем. Нет, правильно. Давайте расставим. В порядке. Мы же не будем телефон платить. Конечно, конечно. Нет, я вас просто сейчас понимаю. Ваше состояние, я-то понимаю. Итак, банкир предложил вам, Анатолий, 320 тысяч рублей. Я их заберу. Коля, нажмите эту кнопку. Вот. Ну что ж, тем самым Анатолий совершает сделку с банком. Я считаю, что это хорошее, правильное решение. Я вас поздравляю. Вы оправдываете свое прозвище Лаки Том. Хорошая сделка. Хорошая игра. Давайте вот что делаем. Значит, чтобы все было у нас по-честному, чтобы все знали. Следующий, какой бы вы чемодан открыли? Следующий. Следующий я бы открыл чемодан номер 20. Так. Ксюша. 20-й чемодан. Я чувствую! Респект. Да. Я чувствую. Ну что же, давайте дальше посмотрим. Следующий. Чемодан номер... Ну, все-таки мы попробуем найти 500 рублей, да? Я не знаю, что вы ищете. Чемодан посмотрим. Номер 10. 10. 100. 100 тысяч. 100 тысяч. Ну, остается у нас 13-й чемодан, собственно говоря. Открываем. Что там у нас? 50 тысяч. Да. Лаки, 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 Том. Откройте свой. Анатолий. Открывайте. 500 рублей. Итак, Анатолий, у нас сегодня потрясающий приз. 320 тысяч рублей выигрывает Анатолий. Он совершил очень удачную сделку. Ну что ж, удачи вас не подвела. Вы оправдали свое прозвище Лаки Том. Интуиция вам не отказала. И главное, что случай был на вашей стороне. Я вас поздравляю. Прекрасно. Я вас благодарю. Спасибо, что вы так классно вообще разговаривали с банкиром, что в итоге он все-таки дал эти деньги. Спасибо, Толь, мне очень приятно. Но действительно, самое главное, то, что вы отправляетесь с нашей игры с хорошим настроением, а самое главное... Ну что ж, поздравьте, Анатолия, по-настоящему, ребята, 320 тысяч! Вот это да! Я люблю вас! Ну что ж, дорогие телезрители, а мы с вами прощаемся до завтра. У нас была сегодня очень хорошая игра. Ну, а сейчас мы подведем итог СМС-игры. До завтра! Светлана Берсенева, здравствуйте! Вы смотрели повтор программы «Сделка» на канале РЕН-ТВ. Все это время мы принимали ваши сообщения и продолжаем их принимать. Все они попали в базу данных нашего компьютера и обязательно сыграют в следующей программе. Любой телезритель может участвовать в нашей игре и получить главный приз – 50 тысяч рублей. Для этого вам надо отправить смс-сообщение со словом «Банк» на номер 7755. Это входной билет в игру «Сделка». Наш компьютер случайным образом выберет номер победителя. Если именно ваше сообщение станет выигрышным, мы вам позвоним и дадим уникальную возможность в прямом эфире побороться за наш главный приз – 50 тысяч рублей. Эта сумма находится в одном из этих чемоданов. И задача победителя – угадать, в каком именно. В двух других находится сумма поскромнее. И только от вашего выбора зависит сумма вашего выигрыша. Итак, отправляйте смс-сообщение на номер 7755 со словом «Банк». Смотрите программу «Сделка» с понедельника по четверг в 20:00 на канале РЕН-ТВ. Играйте с нами, и удача улыбнется именно вам. Счастливо!